Всем привет, с вами как обычно Виктор, и я продолжаю играть в Готику 3. В предыдущем эпизоде я остановился на том, что выполнял различные задания в клане Молота. В принципе, как видите, я уничтожил орков у моста, я вместе с Хаукой прибыл в лагерь старателей и уничтожил там ползунов, ну и ко всему к этому я узнал о том, что у нас творится здесь, в этой деревушке, о том, какие у них тут проблемы с орками. Ну и, в общем-то, все в этом роде. Но сейчас мы давайте найдем себе местечко, где бы мы смогли переночевать. Потому что наступает вечер. Ну, давайте мы сейчас попробуем переночевать вот в этом вот доме. Вроде как он свободен. Думаю, что никто не будет против, если я посплю на вот этой вот кровати. Так, отлично. Ну и сейчас мы давайте продолжим наше знакомство с людьми в этом небольшом городке, будем его называть так, и повыполняем здесь еще различные задания. В принципе, мы уже обошли некую такую часть этой деревушки. Давайте посмотрим, где мы тут еще не были и с кем мы здесь еще не говорили. Как видите, народу здесь достаточно много, правда, вот как я и говорил в предыдущем эпизоде, поговорить мы здесь практически ни с кем не сможем. По сути, здесь все, как видите, безымянные и не могут мне дать никаких заданий. Так, а здесь у нас, похоже, какая-то кузница располагается, да? Штейнар, это, похоже, здешний кузнец. Давайте мы сейчас с ним поговорим. Ты наверняка ищешь Ингвара. Его кузница дальше наверху. Как насчет тебя? Ты не кузнец? Кузнец, но я не принадлежу к плавильщикам. Тебе что-то нужно? Мне нужно оружие. У меня только стандартное оружие. Хорошее оружие есть у Ингвара и других плавильщиков. Но если у тебя есть труда, я могу продать тебе доспехи. Кто такие плавильщики? Рудовары. Хороших кузнецов в Нордморе пруд пруди. Что делает оружие из Нордмора особенным, так это руда. Рудовары... единственные, кто знает, как подготовить руду для кузнеца. Они делают заготовки. Точно. Только плавильщики могут изготовить настоящие заготовки. Я хочу стать рудоваром. Тогда тебе нужно поговорить с Ингваром. Он принимает решение. Но он берет не каждого. Ты должен отличиться. Отлично. Ладно, ладно. Расскажи мне что-нибудь о кузнечном ремесле. Так, значит, он может показать мне, как выковать оружие из руды. Это не ковка оружия из чистой руды, но тем не менее хоть что-то. Давайте мы изучим этот навык. Думаю, что он нам в будущем когда-нибудь пригодится. Покажи мне, как выковать оружие из руды. Тут многого знать не надо. Принцип тот же, что и при ковке оружия. Нагреть заготовку, обработать, охладить. Но, конечно же, для оружия из руды нужна заготовка из руды. Так, ну все просто и понятно. Мне нужны доспехи. Хорошо, это обойдется тебе в 100 кусков руды. У хорошего товара хорошая цена. Да, ничего себе, вот это покажи... и цена. У нас даже сейчас нет такого количества руды. Так, а что он еще может нам тут продать? Так, ну тут всякий разный хлам. О, смотрите-ка, весьма интересная такая броня. Это у нас, значит... тяжелый доспех Нордмарца, требует 260 силы и дает нам защиту 60 от холода, плюс защиту от стрел, от ударов и от клинка. Ну и, конечно же, бонус сопротивляемость холоду. Весьма неплохие доспехи, правда, вот сколько там нужно репутации? Забудь об этом. Ты получишь это только тогда, когда заслужишь. 50%, понятно. Ну ладно, значит, нам этот доспех в ближайшее время, я так понимаю, вообще никак не светит. Да и вообще, зачем он мне нужен? В принципе, меня устраивают и мои текущие доспехи. Правда, вот есть одна маленькая разница. Как видите, этот доспех мне дает защиту от огня неплохую. А этот доспех мог бы дать мне неплохую защиту от холода, что весьма эффективно, допустим, когда я сражаюсь с какими-то ледяными големами и так далее. Так что, если у меня будут лишние деньги, и я еще долго здесь буду задерживаться, то, в принципе, я думаю, может быть, прикуплю себе такой доспех. Почему бы и нет? Так, но этот большой сундук я, судя по всему, здесь не вскрою, да? Я так понимаю, что да.
Так, ну хорошо, с кем тут еще можно поговорить, у кого здесь можно получить еще какие-то квесты? Давайте искать. Честно говоря, я сам тут толком мало чего знаю, но посмотрим. В принципе, как выполнять те или иные квесты, я знаю. А вот где можно получить эти квесты, это, к сожалению, пока что я знаю не очень хорошо. Так, ну вот, Кетил, это, судя по всему, кто-то из охотников, я так полагаю. Давайте мы с ним познакомимся. Хочешь что-нибудь купить? Какие-то проблемы? Можно сказать, да. Из-за орков все идет кувырком. Я заказал в клане Волка партию шкур. Зачем? Штейнеру нужно сырье для новых доспехов. Что за шкуры? Бизоньи шкуры, толстая кожа, понимаешь? Ему нужна дюжина таких шкур. Если ты принесешь их мне, я возьму тебя в долю. Скажем, 12 кусков руды, по одному за каждую шкуру. Так, ну у меня уже есть эти шкуры. Потому что я здесь немножко поиграл за кадром, еще перед предыдущим эпизодом, ну и, конечно же, эти шкуры достал. Ну, просто немножко поохотился на бизонов. У кого я смогу получить шкуры? Мне все равно, у кого брать шкуры. У клана Волка или у тебя? Шкура, она и есть шкура. Но если ты не хочешь охотиться сам, обратись к Руну. Он заведует складом в клане Волка. А, то есть смотрите-ка, эти шкуры мы сможем получить и так. Ну, я даже не знаю, только наверняка это не за бесплатно будет. Ну-ка, давайте-ка, мне просто интересно. Давайте мы сейчас телепортируемся в клан Волка и посмотрим, что с нас затребует за эти шкуры. Или мы сможем их бесплатно получить, а? Просто это будет некая такая небольшая выгода, если мы сейчас получим эти шкуры бесплатно. А получается, те, которые я добыл, я смогу потом продать где-нибудь и получить за это дополнительное золото. Так, рун-рун-рун... Где ты? Вот ты. Кетил прислал меня. Да, я знаю. Ему нужны шкуры. Что я должен сделать? У меня нет шкур. Передай ему, что они их получат, как только они у меня появятся. Когда это будет? Без понятия. Возможно, будет лучше, если он их купит где-нибудь в другом месте. А, ну все понятно, все понятно. Так что можно было сюда даже и не ходить. А, хорошо, ладно, шкура у меня есть, поэтому давайте мы сейчас телепортируемся назад в клан Молота, ну и сразу отдадим тогда эти 12 бизоньих шкур, которые я добыл. И в награду мы получим немножко руды. Руда, кстати говоря, нам очень сильно потребуется, потому что вот только для того, чтобы сделать доспехи, нам потребуется аж 100 кусков руды. Ну, также помимо этого мы здесь сможем получить еще один квестик, там нам потребуется еще 50 кусков руды. Немалое количество. У Руна шкур нет. Проклятие. Они нужны Штайнеру. Ну, так что? Сможешь достать мне шкуры? Ты не выглядишь человеком, для которого сложно достать пару бизоньих шкур. Я дам тебе 3 куска руды сверху. Посмотрим, что я смогу сделать. А, слушайте, слушайте. А ведь это выгода. Так мы получаем 15 кусков, а не 12. А мне это нравится. Вот твои шкуры. Надеюсь, никаких проблем не возникло. Вот твоя руда. А как насчет награды? Получишь, получишь. Вот. Так, все, замечательно. Покажи. Ну и давайте посмотрим еще его товары. Но здесь вроде я ничего полезного для себя не вижу. Хорошо, давайте тогда будем двигаться дальше. Будем смотреть, с кем мы сможем здесь познакомиться еще. В принципе, вроде как я уже обошел практически всю деревню. Здесь осталось не так много людей, с которыми я смогу переговорить. Но тем не менее, давайте сейчас посмотрим, с кем тут еще сможем познакомиться. Так, а вот и, похоже, тот самый знаменитый Ингвар. Эй, давайте мы поговорим сейчас хочешь? С ним. Я Ингвар, кузнец и рудоплав. Чего ты хочешь? Я хочу стать рудоплавом. Ты... У тебя нет ни времени, ни терпения, чтобы стать рудоплавом. Знаю я таких, как ты. Поживем, увидим.
Учеба занимает не менее 12 лет, а то и больше. Неужели у тебя есть столько времени? Нет, конечно. Так выкинь это из головы. Что мне нужно, чтобы выковать оружие из руды? Полагаю, ты имеешь в виду оружие из чистой руды. Оружие для героев? Конечно, что же еще? Прежде всего тебе нужен опыт. Опыт и хороший учитель. Очень мало кто владеет этим искусством. Все они учились у меня. Итак, что я должен делать? Первым делом нам нужно вернуть себе шахту. Потом и поговорим. Будет лучше всего, если ты поможешь нам вернуть шахту. Я как раз таки хотел этим заняться. Так, а что ты мне скажешь насчет Ксардоса? Я ищу Ксардоса. Он из Нордмара. Я никогда не слышал о нем. Кто это такой? Ксардос Мак. Лучше спроси в клане Волка. Их охотники бродят по всей стране и много чего узнают. Так, ну, видимо, Ксардоса здесь вообще не было, и они даже не в курсе, кто это такой. Я хочу поторговаться. Когда пришли орки, мне пришлось оставить свой товар в руднике. Я охотно продам тебе то немногое, что осталось. Покажи мне свой товар. Так, ну давайте посмотрим, что у него есть. Так, из интересного я вижу у него только рецепт вот этой вот особой рудной стрелы. Давайте мы, пожалуй, сейчас его купим и посмотрим, что это за такая рудная стрела. Так, по идее, в алхимии должен быть рецепт. Ага, рудная стрела. Стрела с наконечником из сплава железа с магической руды. Так, как видите, она имеет аж 40 единиц урона. Это достаточно неплохо. Это получше, чем все текущие мои стрелы, только насчет взрывной, не знаю. Ну, то есть она все-таки хуже взрывной стрелы. Но тут она еще сложнее в производстве. Но, тем не менее, она превосходит все, допустим, острые стрелы, все оглушающие и так далее. Но вот и изготовление тоже непростое такое, я бы так сказал. Для изготовления 4 стрел нам потребуется 1 единица железной руды и 1 единица обычной руды. А вот с обычной рудой у нас могут возникнуть как раз таки проблемы. Руды не хватает, руда нам очень нужна еще и для квестов. Но сейчас мы давайте, пожалуй, займемся немножко воровством. Потому что, смотрите, здесь у нас находится также один из кованых сундуков. И нам нужно сейчас обязательно что-нибудь придумать, как стащить этот сундук. Так, давайте. Так, ага, Ингвар лег спать. Но за мной наблюдают вот эти вот охотники. Так, а если мы зайдем куда-нибудь вот сюда? О, смотрите, они за нами не наблюдают больше. Так, мы давайте сейчас аккуратненько прокрадемся и откроем этот сундук. Отлично, у нас все получилось. И здесь мы сможем найти вот такой вот рецепт изготовления для меча «Сила предков». Давайте мы сейчас посмотрим, что это за меч такой и что нужно для его создания. Итак, «Сила предков» — мощное оружие из чистой магической руды. А, ну то есть получается, что мы сразу его сейчас не можем изготовить, потому что здесь требуется навык — это ковка из чистой руды, чего у нас, естественно, сейчас нет. Итак, значит, требует 270 силы, нужен навык «Тяжелое оружие 3 уровня», имеет 135 урона, плюс, естественно, бонус 10 единиц, если мы его сами создадим. Ну и, конечно же, еще сюда можно приписать 10 единиц, если мы его заточим. И дополнительно он дает нам еще защиту. Это 8 единиц от стрел, 8 от ударов и 8 от клинка. Теперь, что нам нужно для создания? Для создания потребуется один рудный двуручный меч, которого у нас нет. Драконий корень и 2 болванки чистой магической руды, которых у нас тоже нет. Ну, то есть достаточно дорогое и непростое создание этого меча, да-да-да. Я вот правда не знаю, где мне получить все эти компоненты, но смотрите, что я так подумал. Всего у нас осталось открыть где-то около 3-4 кованых сундуков, и в принципе все, мы найдем самое крутое оружие.
Так вот, я так подумал, что сейчас я, наверное, ничего не буду создавать по вот этим вот схемам. Я лучше найду самое лучшее оружие и сразу тогда его, в принципе, сделаю, если, конечно, потребуется его сделать. Все вот эти вот оставшиеся несколько сундуков я, в принципе, найду, думаю, уже в самые ближайшие несколько эпизодов. Так, ну сейчас мы давайте продолжим знакомиться с теми, с кем мы еще здесь пока что не познакомились. Давайте сейчас немножко здесь побродим, посмотрим. Ну, в принципе, мы подходим уже к самому концу деревни. Я так понимаю, Угольф это, скорее всего, остался последний человек, с кем мы пока что здесь еще не знакомились. Так, ну-ка, а здесь мы никого не сможем найти? Именного. Нет, здесь у нас тоже никого нет. Ну ладно, давайте тогда мы сейчас тогда поговорим с Угольфом. Посмотрим, может быть, у него мы сможем получить какие-то задания. Так, тут тоже ничего. Ну ладно, значит, говорим с Угольфом. Ты чужестранец. Если ты ищешь где бы подремать, то в моей лачуге еще есть немного свободного места. Я рад, когда у меня есть компания. Кто ты такой? Меня зовут Угольф. Я лучший убийца орков, какого когда-либо видела эта деревня. И что ты тогда делаешь здесь наверху? Варю суп и пью. Я больше не охочусь на орков. Есть какая-нибудь причина твоей отставки? Я поклялся на моем топоре. Звучит странно. Так и есть. Это был спор. Что за спор? Бутылка грохотуна. И чтобы не упасть. Запросто, подумал я. Как бы не так. Это пойло свалило меня с ног. И не спрашивай, солнышко. Что такое грохотун? Это самый ужасный шнапс, который только есть на свете. Адская штука, скажу я тебе. Может, ты просто недостаточно крепок для этого? Что? Ты хочешь обидеть меня? Тому, кто не переносит шнапс, там снаружи и делать нечего. Ну хватит! Ты когда-нибудь пил грохотун? Если ты проглотишь эту фигню и останешься стоять на ногах, тогда я пойду туда с тобой. Спорим. Дай мне грохотун. Ты что, думаешь, я храню эту штуку в своем доме? Это слишком опасно. Мы сварим его вместе. Но для этого мне нужно еще кое-что. Какой? Вот. Не знаю, прав ли ты. Так, значит, мы получили задание приготовления шнапса с Угольфом. Он дал нам некий рецепт. С помощью которого мы сможем сварить этот грохотун. Так, давайте поищем его. Так, грохотун. Что-то я его не вижу. Что такого может случиться? Что-то я его не вижу, слушайте. Здесь его нет. Здесь его тоже нет. Но это точно не нардмарский подымок. Это должно быть что-то другое. А, ну вот, смотрите. Нет-нет-нет, это разные рецепты шнапса. Нет, это не то. Странно, но я не вижу нигде этого грохотуна. Тем не менее, мы сможем ему сейчас, как видите, отдать какие-то компоненты. Ну ладно, давайте отдадим, посмотрим, что ему нужно для создания этого грохотуна. Вот твои ингредиенты. Так, сейчас ты увидишь самое диковинное чудо. Дай мне шнапс. Вот. У тебя... телосложение, как у шерстного бизона. Если хочешь, я пойду с тобой охотиться на орков. Держи. Тебе это наверняка пригодится больше, чем мне. Так, стоп, а что он нам до этого дал? Я что-то не могу понять. Вот сейчас он нам дал рецепт грохотуна. А что он нам до этого давал? Непонятно. Так, давайте еще раз посмотрим. Так, для создания требуется 2 единицы руды. 2 жвала ползуна и 20 пьяных ягод. Так, и значит оно что, восстанавливает 10% маны? Или дает нам бонус плюс 10%? А, ну похоже на какое-то время дает бонус, или я что-то понять не могу. Но точно это не прибавка к статам. Так что, в принципе, думаю, он мне не особо пригодится.
Так, я так понимаю, теперь мы сможем его брать и водить за мной по всему Нордмару. Иди за мной! Хорошо! Все-таки мне это очень Ну что ж, в принципе, можно его также позвать и освобождать шахту. Ты свободен. Ты знаешь, где меня найти. Есть тут чем поживиться. Ты такой же, как и я, в молодости. Всегда высматриваешь, чтобы прихватить, неважно, какими проблемами это чревато. Но есть что-нибудь. Конечно. Что ты ищешь-то? Так, ну здесь у нас, как видите, есть вариант золота. Об этом мы также могли узнать еще раньше, в предыдущем эпизоде. Но я думаю, здесь также был бы вариант со скрытой рудой. Но поскольку мы ее нашли, у нас остается только одно золото. Давайте посмотрим, что он нам может сказать насчет этого. Золото. Я не знаю, подходящее ли для тебя тогда место Нордмар. У нас золото не в ходу. Мы складываем этот хлам в сундук Тьялфа. Сундук Тьялфа. А ведь помните, Тьялф нам говорил о том, что у него есть действительно целая куча золота. И вот. Сейчас у нас как раз-таки появляется возможность, скажем так, его обокрасть. Однако, в принципе, не обязательно этого делать. Если мы подождем, то Тьялф рано или поздно, ну вернее, рано или поздно это свершится после того, как мы освободим шахту, он нам даст ключ, или что он там нам должен дать. Ну, короче, он нам даст доступ к этому сундуку, и мы сможем забрать оттуда все, что нам нужно. То есть, все золото и все драгоценности. И, кстати говоря, этот сундук является одним из списочных вот этих вот кованых сундуков, так что это тоже очень важно для нас. Можешь меня обучить чему-нибудь? Эй! Я твой человек! Когда речь идет о том, чтобы раскроить череп орку, ни один из этих типов мне даже в подметке не годится. За 50 кусков руды я покажу тебе, как это делается. Этого нам еще только не доставало. Вот твоя руда, научи меня. Ты готов? Ты научишь меня драться. Так, ну и чему он может меня обучить? Я даже не хочу этого слышать. Так, он может, в принципе, меня обучить, ну, как я понимаю, сражаться с тяжелым оружием. Причем он сможет обучить нас сразу всем трем навыкам сражения. То есть это просто сражение тяжелым оружием, это хорошее сражение тяжелым оружием и мастерское сражение тяжелым оружием. И, кстати говоря, я так подумал, у меня есть целая куча очков обучения. И я думаю, что под конец игры я все-таки изучу этот навык и похожу с двуручным мечом, с тяжелым оружием. Ну, это так, чтобы немножко разнообразить прохождение. Мне как раз-таки писали о том, что не помешало бы вот такое разнообразие, так что почему бы и нет? Думаю, что мы обязательно это сделаем. И давайте сейчас мы посмотрим, где находится этот самый сундук Тьялфа. Он должен находиться где-то здесь, где-то вот в этом вот доме. Правда, я пока что ничего не могу сказать насчет того, как мы сможем его открыть. Тут я совершенно не уверен, то есть открывается он при помощи ключа, и мы не сможем его никак открыть до того момента, как мы освободим шахту. Или все-таки мы сможем его грабануть? Вот это вот, конечно, немножко неясно. Смотрите-ка, можем. Мы сможем сюда залезть раньше времени. Здесь у нас будет вот такой вот новый меч. Это у нас великий меч. Так, ну что, собираем? Кстати, рецепт на рудные стрелы можно было не покупать. И вот, в принципе, то самое богатство, это всего лишь 2000 монет. Так что, ладно. Квест мы, как видите, завершаем. Правда, я не знаю, хорошо это или не очень, что мы вот так вот взяли его и ограбили, но тем не менее. Мы это сделали, так, а Угольф, я так понимаю, нам насчет этого ничего не скажет. Так, а где он? Куда он делся-то, я понять не могу, он только что же был тут. Куда-то ушел уже. Так, может, тут он у костра сидит? Нет? Ну ладно. Так, ну и в итоге мы, значит, получили отсюда великий меч. Кстати, ведь великий меч-то у нас уже есть. Что
просто немножко не могу понять, но тем не менее, по идее, вроде как это один из кованых сундуков. И, соответственно, в нем что-то должно быть интересное, но... Тут не может быть второй раз попадаться такой великий меч. Может быть, это все-таки не кованый сундук, а? В общем, я точно не знаю, но я читал в интернете, вроде как он является одним из кованых сундуков. Возможно, это не совсем так, ну ладно. Тем не менее... А, вот Угольф. О, смотрите-ка, все-таки сможем поговорить с ним насчет сундука Тьялфа. Я опустошил сундук Тьялфа. Эй, меня сюда не вмешивай. По мне, так ты бы лучше помог нам разделаться с орками. Золото мне безразлично, поэтому не приставай с ним ко мне. С орками? А с орками я тоже разделался, но если, конечно, он имеет в виду орков под мостом. Ну что ж, на этом я тогда буду заканчивать данный эпизод. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, а также подпишитесь на канал, если вы не хотите пропускать новые и интересные видеоролики. Ну а поскольку квестов у нас здесь уже пока что не остается, новые квесты мы сможем получить только после освобождения шахты, а на квест с доспехами у нас совершенно не хватает сейчас руды. Лучше бы ты уладил это сам. Так что, соответственно, сейчас я думаю, отправлюсь в клан огня. Там я смогу получить еще целую кучу различных заданий. Ну и, соответственно, я по пути там постараюсь поискать новых людей, которые смогли бы помочь в освобождении шахты. Ну что ж, увидимся в следующем эпизоде.